поразило, что с города выезжаешь в деревню следующую, с деревни не успел выехать, следующую деревню, все так кучно, компактно. В России такого нет. В России можешь полдня ехать, ни одной деревни не встретишь. А тут все, у людей газ, вот где мы жили, газ есть, вода есть. Нет, это тебя удивило? Да, у нас нет. У нас в деревне вода на улице с колонки, газа вообще нет, вот у меня в деревне, в Омской области. А почему-то? Даже не знаю, мы всегда дровами топились, у нас дровяные печи. Выписываем, пилим, привозим, дома топим печи березой, березовыми дровами. У нас нет ни газа. Туалет у вас где? На улице. Почему не в квартире? Его разместить даже некуда, и воды нету опять же. И как тебе такая жизнь? Не очень. У вас даже в деревнях это все есть. Вот я в Землянках жил, это поселок. Вода в кране бежит прямо в доме. На улице есть, ну, в ограде колонка там, колоночка. Газ подведенный. Нас привезли, я говорю, так осмотрелся. Ну, все красиво там. Местное население ухаживает за своими домами. Косит травку, газончики. Везде рассажены деревья с фруктами. У нас тоже нет, фрукты не растут в Сибири.